Каждое утро Денис и Рима начинали с разминки. Но в последнее время Денис стал замечать, что с подругой творится что-то неладное. Что-то ты стал себя баловать. Ну-ка, три круга вокруг стадиона. Денис Смирнов, 25 лет, тренер в спорткомплексе, холост. Форму не боишься потерять? Да ладно, с моей тренерской практикой форму не потеряешь. Римма Филатова, 30 лет, тренер в спорткомплексе, не замужем. Будущие чемпионы не дадут. Дэн, слушай, у меня к тебе есть просьба. Ну, очень деликатная. Скажи, ты же мне друг? Я твой лучший друг. Если что, могу даже точилу подогнать. Че, надо, нет? Нет, точилу не надо. Слушай, ты как себе эту машину купил? Вообще еще о чем-нибудь другом можешь думать? Ты ее видела? Дэн. В общем, мне срочно нужен муж. В смысле? Ну, в смысле же, мне нужно, чтобы ты расписался со мной в ЗАГСе. Нет, не по-настоящему, конечно. Ну, мы с тобой потом разведемся, там, типа, не сошлись характерами и без претензий. Ты знаешь, я вполне готов и по-серьезному расписаться. Опять ты хохмишь. Дэн, ну, если ты мне друг, просто окажи услугу и ни о чем не спрашивай, ладно? Не, ну ничего себе услуга, нормально, да? А что, если я не соглашусь? В смысле, на развод? Долгие годы дружбы показывают, что мы можем сойтись характерами. Ладно. Дэн, я беременна. Ну, срок еще очень маленький, но я очень хочу родить этого ребенка. Но мне нужен официальный муж. Понимаешь, по документам. Если честно, не очень. Ну, ты же знаешь моих родителей. Старый формат. Они не поймут. Выручишь. Ну, ты даешь, Рим, вообще. Эй! Физкульт, привет! Потом договорим, ладно? Гера, подожди! Ну что еще? Я опаздываю. Послушай, Рима. Герман Третьяковский, 37 лет, владелец спорткомплекса, холост. Мы ведь обо всем договорились, правда? Вот и хорошо. Я Риму люблю, но она не замечает и думает, что мы просто друзья. А я все как-то не решался сказать ей о своих чувствах. Думал, у нас как-то все само собой получится. А само собой, ясное дело, ничего не получилось. Да? Да она влюбилась в этого владельца нашего спорткомплекса, где мы работаем. Он с ней развлекается, это же видно. Она на него чуть не молится. Так, ну и что от меня требуется в этой ситуации? Ну, вы же понимаете, что мы с вами на ее влюбленность повлиять не можем никак. Впрочем, как и на вашу. Тогда что? Так как мне быть? А вот меня сейчас в ЗАГС зовет фиктивно расписаться. И что там такого страшного? Да Рима, знаете какая? Она гордая, она волевая. Надо мной вечно потрунивает, как над младшим. Красавчиком зовет. А я, между прочим, мужем ее хочу стать не фиктивно, а по-настоящему. Но только как сделать, чтобы она во мне мужчину увидела? Я, между прочим, в спорте не последний. Все мои победы для нее были, а она не замечает. А при чем здесь ваши победы? По ним она в лучшем случае спортсмена может увидеть, а не мужчину. А чтобы она этого мужчину в вас увидела, тут надо просто вести себя с ней как мужчина, а не как товарищ по команде. Тогда у нее хоть шанс появится вас разглядеть. В выходной день Денис с самого утра примчался к Риме. Привет. Ты считаешь, ты решил за мной присматриваться? Да за тобой вообще глаз да глаз нужен. Ну и вон тебе витаминчиков принес. Ой, какой ты у меня заботливый красавчик. Да. За тобой глаз да глаз. В смысле? Это чьи-то за брутальные ботинки такие? А в ванной кто у тебя плещется? А, теперь понятно, что значит побыть одной. Все, я понял, извини. Ну да. Эй, то есть нет. Да это Сашка, леший приехал. Ну, друг моего босоногого детства. Ну, лесник. Заповедник охраняет. Давай, разувайся, проходи. Ой, а давай я чаю принесу? Давай, не суетись. Да что это за леший вообще? А Кощея Бессмертного не было? Кощея не было. Ну, я могу сойти за кикимору.
Ты у нас Василиса прекрасная. Но я, походу, Иван дурак. Че это за леший вообще? Че он приперся? Сидел бы в своем болоте. Слушай, да я его уже 100 лет сюда звала. Ну, погостить, хлебнуть цивилизации. Эй, красавчик, ты че, ревнуешь, что ли? Ну, прекрати. Сашка, это же тундра дикая. Да его самого впору он в заповеднике в качестве экспоната показывать. Не, а позвала ты его зачем? Чтобы подстраховаться, если я вдруг откажусь на тебе фиктивно жениться, что ли? А ты откажешься? Да, в общем-то и... Послушай, Дэн, Сашка тут вообще ни при чем. Мне сейчас нужен действительно преданный друг. Ой, а может у тебя есть кто-нибудь, а я тут... Да нет у меня ни с кем ничего серьезного. Ну так выручишь. Выручу. Ты бы только знал, как мне сейчас нужна твоя поддержка. Через несколько дней Денис и Рима встретились, чтобы подать заявление в ЗАГС. Ты что, у меня же теперь машина, а в машине бардачок, а в бардачке документы. Конечно, смотри, какая красавица, ну, хороша. Ой, простите, простите, как я могла забыть? Смейся, смейся, зато вот сели и полетели. Кто? А ну-ка угадай. Так, Лорка, не шали. Буду шалить, довезешь? Я сейчас не могу, очень спешим. У нас тут с Римой одно очень серьезное мероприятие намечается. А, вот она какая Рима. А куда это вы вдвоем? Лариса Стрельцова, 20 лет, флорист, не замужем. Я тебе не могу сейчас сказать. Ну вообще, кому рассказать? У меня у парня своя крутая тачка, а я на маршрутках езжу. Я тебе позвоню, обязательно. Ну и? Не передумал, герой-любовник? Разъяренные девочки бывают опасны. Да я с этой Лоркой вообще без году неделю знаком. У меня с ней ничего серьезного. Угу. Недолго, но коротко. Ох, и ловелась ты у меня, красавчик. Так, садись давай. Денис возвращался домой в плохом настроении. Рима отказалась провести с ним вечер, сославшись на усталость. Сказала, что позвонишь, а сам телефон отключил. Да забыл я. И сказал же без договоренности не приходить. Нормально вообще? Я к нему сама приехала, а он еще не рад. Так, давай, не ори на весь подъезд, пойдем, я с тобой поговорить хочу. Тренер по легкой атлетике Денис давно был влюблен в свою коллегу Римму. У Риммы был бурный роман с владельцем спорткомплекса Германом. К Денису же она относилась только как к другу. Однажды Римма сообщила Денису, что беременна, и попросила его вступить с ней в фиктивный брак. Отец ребенка Герман не хотел и слышать о женитьбе. Денис согласился, и молодые люди подали заявление в ЗАГС. Вечером к Денису приехала его бывшая девушка Лариса. Ну что ты так долго? Я тебя жду. Ну, осторожно, кофе горячий. Угу. Ну что, это и твоя инструкторша тебе настроение испортила? Наверное, извела про меня. Такие всегда язвы. Наверное, завидует моей молодости. Хотя мне ее даже жалко. Бывают же такие мужиковатые тетки. Так, Лор, Рима мой очень хороший друг и товарищ. А, твой брат. Рима великий человек. Зато я красивая, нежная, сладкая. Устоять невозможно. В воскресенье утром Денис, ожидая Риму на пробежку, обдумывал, как сказать ей о своих чувствах. Алло, Рим! Алло! Рима! Рима еще спит. А, вот, кажется, проснулась. Рим, возьми. Денис, это ты? Привет. Слушай, я не понял, у тебя же одна комната. Он что, с тобой спал, что ли? Ну не устраивай еще ты мне сцен, Дэн. Мы с тобой друзья, а не любовники. А, ну да, извини, я забыл. Со мной у тебя дружба, у тебя со всеми остальными любовь. С Сашами, там, с Герми. Да только вот они тебя потом бросают. А Денис у тебя верная ручная собачка, да? Дэн, совсем что ли? Ты что несешь? Потом стыдно ведь будет. А тебе не будет? Получается так.
У меня есть фиктивная невеста, которую я обожаю и ревную каждому столбу, и есть любовница, к которой я совершенно равнодушен. Зачем она вам тогда нужна? Сугубо для здоровья? Нет, ну, хорошенькая, конечно. Да и с ней не надо доказывать, чего я стою. А с Риммой постоянно в каком-то напряжении, постоянно работаешь над собой. Римма, она личность. Такой другой нет и быть не может. Что-то я не поняла. Рим для вас любимая женщина или финишная ленточка? Или такой своеобразный будильник, который не дает расслабляться? Вам зачем нужно-то это постоянное напряжение? Я хоть сейчас и тренером работаю, но спорт не бросил и не брошу. Новые рекорды для меня – смысл жизни. Неужели вы думаете, я в любви буду искать комфорта? Поняла. Значит, Римма все-таки не любимая женщина, а финишная ленточка. И значит, мы с вами говорим вовсе не о любви, а о больном самолюбии, которое вы намереваетесь залечить посредством завоевания Риммы. Разве не так? Что за дела, Дэн? Ты что, в роль вошел? Кажется, я не просила тебя играть ревнивого мужа. Так, ты сказала, что мы с тобой друзья, а сама соврала мне. Что я тебе соврала? Сашка тоже мой друг. Слушай, он спал на кухне в спальнике. Я не знаю, может, мне ему надо было палатку во дворе разбить? А что? Это мысль. Слушай, глупее всего, что я еще и перед тобой оправдываюсь. Так, официально ты моя невеста, и нечего тут со всякими посторонними лешами однокомнатную квартиру делить. Какой строгий у меня жених. Завтра переезжаешь ко мне. Ой-ой-ой, еще и домострой. Да ты просто тиран. Ну ладно. Все равно надо как-то народ готовить, что мы пара. Хорошо, переезжаю, красавчик. Вот. За это надо выпить, да? Тебе какой, черный или зеленый? Черный. Кофе. Что это значит? Прости, пожалуйста, Лорик, да, я перед тобой виноват. Надо было сразу сказать. У нас с Риммой все очень серьезно, мы решили пожениться. Ты, Мура, старый, это мой парень! Ну, пожалуйста, Лорик, не устраивай сцены, я тебя очень прошу. Я тебе объяснял, что мы с Риммой уже 100 лет встречаемся. А я? Как же я? Ну, а что? Мы с тобой взрослые люди, я тебе ничего не обещал, так? Да ты сволочь! Дэн, а тебе не кажется, что это как-то некрасиво сначала пользоваться девушками, а потом так запросто иди, иди? Она ведь надеялась на что-то. Да я что, она сама мне на шею вешалась, сама меня в койку потащила. Ладно, пойдем. В обеденный перерыв Денис пригласил Римму в кафе. Он хотел устроить праздник в честь их помолвки. Слушай, я не пойду сегодня обедать. Меня что-то подташнивает. Еле тренировку закончила. Ты заболела? Ты что, забыл, что я беременная? А. Ты иди один, а я яблоко погрызу. Да, а может быть, ты что-нибудь особенное хочешь? Может, клубнички какой или ананасику, или фрукт какой-нибудь экзотический? Ты скажи, я все достану. Тогда мне, пожалуйста, золотую рыбку и звезду с неба под горчичным соусом. Как смешно. Какой ты у меня славный красавчик. Хорошо. А если вот это? Ой, Дэн, какое красивое. Ты говорила, что тебя замуж никто не зовет. Ну так вот, я зову. Только по-настоящему, по правде, без всяких твоих этих фиктивов. Из твоих поклонниц он впору модельное агентство уже открывать. Я тебя там точно ни к чему. Хотя ты знаешь, кольцо я, пожалуй, надену. Для подтверждения легенды. Ну, потом верну. Ну, это мы посмотрим. В кафе не хочешь? Пойдем гулять тогда. Жалко вечером. Поздно возвращайся. Пойдем. Вернувшись после тренировки домой, Денис был приятно удивлен и обрадован, решив, что Римма все-таки захотела отпраздновать помолвку. Эй, а ты что здесь делаешь? Твоя мымра мне все рассказала, что ты женишься на ней из-за наследства. Какое наследство? Ты о чем? Да я все знаю.
от заграничного дяди при условии, что она замужем. Что это за бред? Ты как здесь оказалась? Пришла. Ты же мне абонемент в тренажерку обещал. Глупо было не воспользоваться поводом. Хотела твоей мымре глаза выцарапать, а она ничего оказалась. Пустила меня и ушла. Так. За абонементом в спорткомплекс приходи. Дверь закроешь, когда будешь уходить. Одну секундочку. Явился, не запылился. А где Рима? Коньячком балуетесь? Да, пьянственным. А леди отдыхает. Рима, что с тобой? Ну, пожалуй, я, наверное, пойду. Мавр сделала свое дело. Мавр может удалиться. Тем более здесь присутствует верный оруженосец. Ну да ладно. Привет. Все отменяется, прости. Что ты делаешь? У тебя же будет ребенок. Не будет никакого ребенка. Что значит не будет ребенка? Ты что собираешься сделать? Что он тебе такого наговорил? Слушай, только вот не надо мне нравоучения читать, ладно? Оставь меня в покое, красавчик. Я старая больная женщина. Не надо меня прогонять. Я хочу тебе помочь. Пожалуйста, уходи, а! Ну, уходи! Хорошо, я уйду. Только, пожалуйста, не делай глупостей. Денис давно был влюблен в свою коллегу Риму, которая относилась к нему только как к другу. Однажды Рима попросила Дениса оформить с ней фиктивный брак, так как была беременна, а отец ребенка, Герман, жениться отказывался. Денис согласился, и Рима переехала жить к нему. Дениса мучила двусмысленность его положения, и он пытался добиться согласия Римы на настоящий брак. Как-то раз, не обнаружив Риму дома, он поехал к ней и застал ее там с Германом. Рима была очень подавлена и выгнала Дениса. Ну почему она не хочет принять меня всерьез? Все время играет со мной в какие-то дочки-матери. Ну почему самые лучшие женщины влюбляются в мерзавцев и при этом ведут себя как последние дуры? А что, если женщину, которая вас не любит, назвать дурой, менее обидно станет? Да мне вот что обидно. Когда она была счастлива, она делилась со мной. А теперь у нее беда, и она меня прогоняет. Рима, открой дверь! Ты меня с ума сводишь! Ты 3 дня не появлялась на работе и на звонки не отвечаешь! Дэн, уходи, я не хочу тебя видеть! Если ты сейчас же не откроешь эту дверь, я ее выломаю! Дэн, я никого не хочу видеть, прости. Позволь мне помочь тебе. Мне никто не поможет. А у тебя еще все будет хорошо. Будет у тебя и женщина, и ребенок. Да не нужна мне какая-то женщина. Мне нужна ты и твой ребенок. Ты что, правда меня любишь? Странно как. Не будет никакого ребенка. То, что я приняла за беременность, оказалось опухолью, понимаешь? Я больна. Так не бывает. Не смотри на меня так. Не нужна мне твоя жалость. Пожалуйста, уходи. Дэн, уходи, я тебя возненавижу. Не, ну это как понимать? Чуть по носу мне дверью не заехало. Ну со мной же так нельзя, я живой человек. Ага, живой. Тонкий, нежный, уязвимый. И обращаться с вами нужно трепетно и бережно, по-матерински. Ну только чего же вы тогда на Риму-то обижаетесь? Она именно так к вам и относится. А вот сейчас больше не может, потому что у нее проблемы. Потому что она тоже живая. Ма, то есть вы считаете, что я с Римой себя не по-мужски веду, да? Ну а что ж мне, квартиру ее что ли штурмом брать, чтобы доказать свою любовь? Вот обратите внимание, о чем вы сейчас говорите.
Вы же говорите не о болезни Римы, не о том, что ей тяжело, не о том, как ей помочь. Нет. Вы говорите о том, как вам выпутаться из унизительного положения, когда вас, не последнего человека в спорте, вообще красавчика, женщина не любит. Вот вас это ни на какие мысли не наводит, нет? Денис дежурил под окнами дома Риммы больше суток. Дэн, это что за детский сад? Ты сколько здесь будешь торчать? Ты что, и ночевал в машине? Верный конь, в беде не бросит. Может, кефирчику? Это у тебя в холодильнике голяк. А ты мужик, Дэн, я не ожидала. Горжусь таким другом. Я не твой друг. Понимаешь, я вообще не друг. Я не друг тебе, понимаешь? Знаешь почему? Потому что я люблю тебя. Я очень сильно тебя люблю. Очень сильно люблю тебя. Дэн. А знаешь, что я в эти дни поняла? Что мне тебя больше всего не хватает. Это знаешь, как с воздухом. Когда он есть, его не замечаешь. Когда его нет, задыхаешься. Я тоже тебя люблю. Хотя это уже не имеет никакого значения. Что не имеет значения? Ну, о чем ты говоришь? Ты о депрессии, что ли? Так давай вылечим ее, и все. Да, сейчас именно депрессию и надо лечить. Ладно, поехали еды купим. Поехали. Слушай, а это, что там Лорка мне какую-то околесицу несла? Про какого-то заграничного дядю, наследство какое-то? А, да это я и сказала, что первое в голову пришло. Ну, чтобы она меня к тебе не ревновала. Ну, чтобы думала, что у нас чистый деловой союз. Ну, ты даешь. У тебя фантазия, конечно. Кефирчику. Денису удалось уговорить Риму прийти на работу. Давай, пожалуйста. Хороший результат. Молодец, Дэн. О, Гера идет. Римусик, а что это ты мои звонки-то сбрасываешь, а? Быстро, быстро. Ты мне нашла замену. Мы же, кажется, с тобой расстались. Ты что, выпил? Да. И, кстати, за твою помолвку. Так все в округе только и говорят о твоем бракосочетании с этим. Оруженос. Ну да ладно, пойдем. Пошушукай. Видишь, не хочет она с тобой шушукаться. Послушай, Дэн, а ты-то зачем на ней женишься, а? С ней и так можно все, что хочешь. Отойдем? Ну, отойдем. Ну и лох ты, Дэн. Да эта психопатка только и думает, чтобы кого-нибудь на себе женить. Вот и беременность себе придумала. А животик-то и вправду растет. Ах ты, гаденыш! Это немедленно! Перестаньте! Пошел ты! Рима, Рима, что с тобой? Тебе плохо? Давай я тебя в больницу отвезу, Рим. Не надо в больницу, давай домой, у меня там лекарства. Все-таки Гера чудовище. Испортить такого красавчика. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Только теперь это уже не актуально. Не хочу портить тебе жизнь. С моим заболеванием, даже если выживу, останусь бесплодной. Эй, что ты такое говоришь? Куда делся твой пуленепробиваемый оптимизм? Сейчас медицина современная, она все лечит. Не знаю, мы с тобой в Москву поедем. Но если в Москве не получится, за границу. Какая за граница? На какие гроши? Ты главное о плохом не думай, ладно? Чудес не бывает. А у нас будет чудо. Будет чудо. Я тебе это обещаю, ты мне веришь? Верю. Опухоль Риммы оказалась доброкачественной. Операция прошла успешно. Привет, мой красавчик. Привет. Ой, слушай, воздух совсем весенний. Я как будто заново родилась. А знаешь,
Врач сказал, что я еще нарожаю кучу детишек. А где твоя машина? А, да мы на такси поедем. Это почему это? Да продал я эту железяку, надоела она мне, фу. Не, ну а что ты на меня так смотришь? Моя машина, хочу езжу на ней, хочу продаю ее. Да деньги были нужны. Дениска, а ты это сделал, чтобы меня спасти? Я могла столько лет не замечать, что рядом со мной настоящий мужчина. Это просто чудо. Давай, давай, чудес не бывает. Так, давай не зазнавайся. О, кстати, я тут забыл. Ты мне вещь одну на хранение отдала, а все, не мог никак отдать тебе. Вообще-то, мужественность – это довольно неопределенное понятие, вам не кажется? Вроде бы все этим словом пользуются, а спроси человека, что он называет мужественностью, сразу начинает затылки чесать. Ну, правильно, в языке же нет общепринятого и правильного определения мужественности. Значит, приходится каждому думать, что лично он этим словом называет. Ну, а думать мы же не любим. Ну да ладно, вольному воле. Лично для меня мужественность – это способность получать удовольствие от взятия на себя ответственности. То есть ответственность на себя берет любой взрослый человек, но мужественный еще и удовольствие от этого получает. Так вот, с этой точки зрения Денис из нашей истории мужественным как раз таки и не был. Он предпочитал вести себя как человек ранимый, трепетный, чьи тонкие душевные переживания все окружающие должны уважать. Но ведь если мужчина хочет женщину защищать и оберегать, то для этого ему нужно быть таким надежным, основательным, чтобы туда спрятаться было можно. Конечно, вот таким тонким и изысканным быть краше. Но только какой же женщине захочется такой защиты и заботы?